В 2023-м итогом работы Международного экономического форума стали соглашения общей суммой в 4 триллиона рублей. 2024 год масштабами не уступает. Уже в нулевой день участия в программе форума приняло почти 20 тысяч человек. Экономический климат благоприятный, внешним вызовам мы не уступили. Россия смогла преодолеть кризис, экономика страны выстояла и показала гибкость. Готовность меняться, развиваться с опорой на внутренние ресурсы и находить новых партнеров. Все это нам удалось сделать, сохранив рыночный характер экономики, не допустив там ни перегибов ценообразования, ни каких-то там программ национализации, мы по-прежнему развиваемся как частная экономика, основанная на предпринимательстве, с частной собственностью, с свободным ценообразованием. И нам, мне кажется, очень важно вот это понимать, постоянно это подчеркивать, именно в опоре на это дальше выстраивать все наши институты и механизмы. Впереди у страны не менее амбициозные задачи. Тема этого года – формирование новых центров роста. Акцент как нельзя более подходящий для Ульяновской области. Включенность в расширение связей внутри страны и готовность к построению новых логистических цепочек со странами-партнерами закрепили сразу несколькими соглашениями. Во-первых, сыграла ставка нашего региона на инновации и технологическое развитие. Договоренности по кооперации в области беспилотных систем достигнуты с Калужской областью. Это касается и объединения наших усилий в производственной базе, ее расширения и кооперации. Это касается в расширении и подготовки операторов и создания летно-испытательных возможностей. Уверен, что опыт Ульяновской области, о котором известно во всей стране, будет полезен нам. Лучшие практики мы вместе друг с другом будем использовать и идти вперед. Второе стратегическое соглашение – задел на будущее в сотрудничестве региона с одним из ключевых партнеров за границей. По итогам 2023 года Казахстан занимает первое место по поставкам товаров – 12% от общего объема экспорта и третье место по объему импорта продукции в Ульяновскую область. У нас уже многое, что с этой страной связывает. У нас идут отгрузки наших товаров. Договорились о том, что в сентябре в рамках форума Иннопром, который будет проходить в Астане, мы также совместим этот форум с визитом нашей бизнес-миссии. В расширении договоренности заинтересованы с обеих сторон. Уже в ближайшее время состоятся рабочие визиты. Представители нашего региона и дружественной страны на местах оценят наиболее перспективные точки для возможного партнерства.